Всем привет, с вами Доскос, с вами И невероятный Халк, как всегда. невероятно быстрый, невероятно красный. Невероятно классный. Да, вообще. 3К. Невероятно скромный также. Не скромный, не наканченный. Новая серия нашего дурдома. Я думаю, стоит его начать с достройки 3-4 этажа. Да, я думаю, если коли у нас дурдом, то надо его, не знаю, взорвать хотя бы. Кролика. Кролика выкурить. Что, этого подвальчика мало импровизированного, похожего на стояк на пол шестого, я не знаю. Реально напоминает. С каждым днем он, по-моему, не поднимает. Да. Но он как-то, ну, сам не может. Еще достал. Помочь, что ли, не пойму. Ниже взорвать или как там? Не надо ничего больше взрывать. Не до пол шестого, а до шести довести. Покончить дело. Да, себя под землей же тогда взорвал. Или меня взорвал. Ты себя взорвал. А, нет, меня взорвал. Ты себя взорвал. И никого не взорвал. Тогда нет. Нет, когда бомбочкой в прошлой серии. Я тебе динамит кинул, ты заметил. А потом ты мне динамит кинул и как-то это... Взорвался сам. Хотел поделиться, а ты что-то не взял его. Ты как-то криво с зажженным запалом решил поделиться. Плевать, ладно, потом достроим. Опа-на. Опа-на. Давай еще раз. Закрыть программу. Неожиданно. Очень неожиданно. Только не диктуй мой айпишник, блин. Тут Эмиль уже один раз прокололся в видео, его показал. Так а толку, что твой айпишник, скажи, все равно никто не сможет зайти да на сервер. Да меня вычислят школьники. Так, как 77.2. Я тебе сейчас... Пыры-пыры-пыры. Ну, 77. 1977. Вот, кто-то вообще... Вот видишь, вот... В следующий раз, вот ты сейчас продиктуешь мой айпишник, а в следующий раз кто-нибудь подключится посредине серии. Это будет Бабаран ТВ, Бабаран ТВ тебя вычислят. Вот этого вот не надо, я это все запикнешь. Да. Да, потому что... говорил, что можно. Вот после таких вот начинается. Все. Как там? Троллить Доскоза. Дролить. Я не знаю, что я делаю, я зачем-то бегаю к сундукам. Так, нам нужно найти каких-нибудь кирпичей и сегодня... Метеорит, он же упал в прошлой серии, нам нужно его достать и разобрать по кусочкам. Я сначала думал, что мы пойдем за подковкой. За подковкой это тоже можно. Что, сейчас пойдем тогда наверх. Да. Говорю, у тебя кирпичи есть или в каких-нибудь ящичках, может, где-нибудь там есть? Кирпичи? Ну, как еще мы будем это делать, это все? Кирпичи. Ну, что хочешь, там, не знаю. Сейчас, у меня 2 стака... А, нет, это ебанит. Вот и... внизу есть. У меня 2 стака ебанитовых блоков. Вот, возьми здесь, тут есть камешки в нижнем. Нам нужно 250. Дерево для планок и... Пойдем глину добудем, она же быстро добывается. Пойдем просто добудем. Чекает тебе глина, я вообще не пойму. Да я хрен знает, она просто быстро добывается. И... Зачем тебе глина, ты это косит? А чё, ну для строительства. Чего? Ну, нашего коридора, то есть, ну, дорожки. Обязательно глина? Ну, не глину, ну, просто она быстро добывается. Как грязь. Так там в нашем доме валялось все, что необходимо. Да? Пошли. Так понадобится много, в горизонталь еще надо. Ну не знаю, лично у меня уже 500. У тебя 500? И в домике там еще у нас лежит 250 чистыми в одном ящике. В остальных я не смотрел. Как интересно. Я слушаю. Да. Иду помогать. Сейчас, короче, тебе скину, будешь у нас глины все закидывать. И надо дерево. Может, ты это дерево добудешь? Ну что, я тебя скину тогда это. Грязь. Просто надо планки, чтобы подниматься можно было. А, держу. Отлично. Сейчас все сделаем. Ну я сейчас стак добуду тогда. 1,250 штук. Да, кстати, вот, всем, кто хочет сниматься с Доскозом. В общем, как получилось, что я начал с ним снимать видео. Просто спамьте его в личку, вот.
Рано или поздно он сломается, начну снимать с вами видео. Ага, еще 3 года попить пиво со мной надо. Это сложнее. И не только пиво. Ну, там тоже, да, как всегда, за девочками побегать и все такое. Ну, не суть. Девочками. А ты за кем бегал? За кроликами. Слушай, тут кто-то у меня скоммунизил мой топорик, оставил зато 2 молотка. А, у меня же топор, супер топор, точно. Который всех убивает, во. Супер топор? Супер топор, да. Он несет кару всем. Ты где-то справа уже рубишься, где-то под землей справа. Именно под землей, раз у деревьев. У меня 3D-звук в наушниках, хрен знает, как это делается. Ну да, я просто сижу на этаж ниже, чем ты. В этом же самом доме. Так, может, красную команду примешь? Я уже принял, это ты не принял. А, это ж я вылетел точно, блин. Вот так. Сейчас наружим тут. Па-па-па-пам. 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 Он скоро выйдет на то, что ты будешь уже озвучивать тигры, я чувствую. Я и так озвучиваю. Не, немножко не по сценарию. Ну, этим занимается уже Кураж Бомбей. Кстати, там больше ничего нет дальше. Здесь слизни. Можно посадить этих пока что. Желудей. Я думал, слизни посадить. Можно и слизни лет на 15 посадить. А где желуди? Ну, у нас дома там коробочка еще лежит. Да, вот тут тоже. Вроде и не дома. А вроде и куча. Так, ну ладно, 153 дерева. Откуда они взялись? Так, у меня уже 500 дерева, так что все. Нифига себе, запас на третью мировую. Со скелетроном, что ли, собрался хату строить? Застроить его решил. Думаю, стоит начать строить вот отсюда. Так. Потрачу все свои шишки. Ну давай тогда я начинаю строить, короче, а ты потом планочки приделаешь и поднимешься. Давай. Блин, что-то у меня чересчур много этих желудей, пора свинку даже заводить, я так думаю. Гида покорми. Дед Барыга тоже свинья та еще. Ну вообще, блин, проглот. Ему лишь дай да дай. Кошмар. Но мы-то не давалки. Только за золотые, да? Ну да, если. Но он нам ничего еще не давал пока. Жадный дед какой. Ты мне еще так долбить и долбить по пробелу. Ты как там? Собираешься. Поднимайся. Так, все. И там быстрее, чем ты роешься. Ну, понятное дело, ты через 6 блоков планки ставишь. Нет. Да как? Если рука не трясется, то через 6, а так через 1. Да ладно, планки через 1 ставишь. Ты что, прикалываешься? Не надо так прикалываться. Ну да, ты действительно, ну, давай, ты работай. Не прикалывай, у меня нечем работать, у меня камни кончились, я хочу еще камни. Ща, блин, на тебе. Как, что ты добывал, я вообще не помню. Чуа. О. Все, давай, работай. А что ты мне скинул? Глины? Какая разница, строй вверх. Да блин, у меня глина и так была, я хотел, чтобы красиво было. И... ты бы мне помог бы, тоже так бы... Хотя уже не давай, надо. Давай, хватит ныть тут, а? Все. Че, все? 250 глин уже? Прыгай сюда. Так. В разные стороны пойдем или в одну? В одну, я раз. Думаю. В одну. Ну ладно. Давай, помогай мне. Я ищу у себя где глину. Видимо, я тебе пожертвовал свой единственный кубик. Ты что, у тебя 500 было? Чуть-чуть. Сразу раскусила. Давай, подходи ближе. Ну давай, подходи, как бы. Смотри, у нас разные еще это. Просто бежим вперед, я думаю, это сработает. Нет. А, нет, у нас сапоги Гермеса.
Не прокат. Не прокат. Блин. Ах. Не прокатит. Не прокат. Да, прокотит. Налог. Я сегодня просто насмотрелся этого дурацкого нянкота. О боже. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я не помню, как там это поется. Боже мой, он еще на разных языках там какие-то там... Да ладно, не... Да, мексиканский кот, он типа буррито там бежит просто, типа... Меня не... Там это... Буррито, буррито! Кошачий голос. Да что ты делаешь? Ты наркоман. Да это я сделал три блока. Ты наркоман. Кто быстрее? Кто быстрее свалится, да? Да. Я почти. Погнали! Чё-то как-то... А, ну ладно. Может, такая какая-то змейка получается, даже не знаю, что. Думаю, через пару стаков. Точнее, не пару стаков, а... На какой высоте вообще? А? На какой высоте мы? 824. Нормально. Над уровнем. Ну, по крайней мере, в одиночной игре я на такой высоте нашел. Давай, хватит там спать. Сейчас. Сейчас где-нибудь от работы? Ну да. Мне за нее не платят. Смотри, еще ни одного блока не влепил, а? Почему это? Я землей. А это не оправдание. Ну черт. Ах ты наркоман. Ну это я думал, мало ли там оно что-то обвалится надо. Мне что-то кажется, что мы на неправильном пути. Ну, знаешь ли, не вверх, не я вел дорогу. Ну, надо бы... Или у меня... До края карты дойдем. Или у меня было на 800... На 900... Нет, у меня было на этой высоте. Наверное, они на разной высоте прячутся. В смысле, у меня кончились блоки. Сейчас еще я сотню доложу и будем возвращаться, потому что... Единственный стройматериал — это динамит у меня. Динамит — это хороший стройматериал. Кстати, а когда у тебя кончатся блоки? Воду, воду, воду! Я упал в воду. Ты меня отвлек и словом динамит. Динамит. Сразу, да, сразу падать его не сломаешь. Сразу приготовился отпрыгнуть. Но если бы я чуть правее упал бы, я упал бы в воду поглубже и, может быть, выжил бы. Кошмар. Короче, идем искать метеорит. А как загнать в банку облако? Никак, тоже артефакт. Не все так просто. У тебя тоже есть. У тебя тоже есть пушка, да? Да, есть. Тогда нужно строить. Что строить? Оружейнику. Хату. Вон на первом этаже просто им поставим, да, стул. Да вот сюда, лепи, смотри. Да вот сюда. Вот сюда стул. Рядом с медсестрицей. Ну ладно, а сюда лепи. Стол и стул, стол и стул. И так. Дверь. Так. Сейчас я ему все поставлю. Стол, чё? Два стула, стол. Марафет. Марафон. Так. Просто патроны нужны. Угу. Так. Так. Стол. Пам. И стуль. Оп. Сейчас придет. А, два источника освещения. У меня факелов. А, 99. На всякий случай, зачем ты их с собой нашел? Тоже не понимаю, если у тебя каска-то есть, каска? Есть каска, но просто каждый раз пробираться через темноту лучше уж по мере прохождения стаи, где под землей факелы. Ну и видно будет, где мы уже были. Ну вот. Гениально, Кэп. Тут еще кирпичей 250 валяется. Вау. Так. Чё? Тут 500 кирпичей еще валяется. Красава. Ну чё, мы пойдем за этим? За бомжом-то? За метеоритом, я хотел сказать. А, ну, конечно, в темноту это дело опасное, но мы привыкли, так что давай. У тебя есть цепь, да? А тут просто еще один крюк. Офигеть, три крюка. Есть. Так, вот он, вроде кошечка. Чух!
Динамит у нас есть, а динамита нету. Надо динамит взять. Обязательно? Ну, чем меньше метеорита, тем меньше врагов. Поэтому его нужно добыть как можно быстрее. Ты не понял, что хочешь динамитом взорвать что? Метеорит. Черт, у меня денег-то. Другому его не добыть, что ли? Тут еще он кирпичей. Добыть просто, во-первых, он обжигается, на него не встанешь, во-вторых. Ну давай. Во-вторых, там враги, сделал? Поэтому нужно, а? Да вот на первом этаже комната. Че я хотел? А, золото взять. Может, слушай, надо ему отделить этот наш стол с банкой. Ой. Поставив банку на место. Так. Одно золото. Я же так думаю, нам нужно как-нибудь спуститься, сердечек. Папа собирать немножко. Ну, это, как всегда, по решению судьбы. Судьбы. Ну, 260 нормально. 400 максимум. Ну что, попёрли? Да, двигаем. Будешь прикрывать задницу мою, пока я там буду кидать динамит. А, хотя, вот может быть, не понадобится. Ну, я думаю, что метеорит слева, хотя не уверен, конечно. Да, ну, там, по-моему, слева уже далеко мы дошли, а вот справа мы особо-то и не разведали. Так он упасть может в любом месте. Неизвестно. Может, тогда надо было пойти и... Как? В разные стороны, что ли? Нет, нет, пойти и просто понабивать все эти орбы. Ну, как там. Сферы? Сферы взрывать, да. Ну, я там много чего-то взорвал, я там три штуки укокошил. А, ты же даже вызвал червя и потом даже его замочил. Конечно, господи. Он меня, меня поприветствовал так душевно. Па-па-пам. О. Иди, Кэп, оставь меня одного. С удовольствием. Вот. Уже интересное нашел? Нет. Я сейчас уроню пепел на клаву. О! Хочу подковку и хочу шарик воздушный. Шарик воздушный. А, этот так. Ты ж, по-моему, его нашел, если не ошибаюсь. Нет. Ну ты такой желтенький какой-то нашел, светящийся. А, это светящийся, я про тот, который, ну, высоту прыжка увеличивает в два раза. Mm. Не в два раза, но там на полтора, по-моему, на 9 блоков, а не на 6 прыгаешь. А если у тебя еще облако в бутылке вдобавок, то ты становишься терминатором. Уязвим, да. Только на Олимпиаду сразу идти тебе. Да, в доспехах на Олимпиаде нормально. Ты что там с глазом играешься? Замочи уже его. О, да мы же прирожденные уничтожители джунглей подземных в данный момент. Кстати, по-моему, там джунгли у нас находятся. Ну да, я про это и говорю. Если не найдем этого, найдем того. Но пойдем сейчас дальше. Чё ты обленился, факелы не ставишь? Тут пророем, потому что там высоко забираться. Ой. Ауч, опять грязь. Что же за фигня, она действительно падает. Блин, вот, ну что там у нас хватит, боже мой. Главное... Короче, иди вперед, а? Окей. Не подходи вплотную к грязи. Ну так интересно же, что же она защемит на этот раз мне. Ай. Синхронный. Ау. Так. Ау. Откуда она падает? Я даже не вижу. Вот что-таки новые летучие мыши поперли уже. Так, погоди, секунду. Так, не спи там. О, новая. Новая мелодия. Смотри, здесь надземные джунгли, смотри, надземные джунгли, отлично. И что это отлично? Они только в версии 1.105 появились, и я их не видел еще. Но это, видимо, они. Ой, пираньи.
Прикольно, такой мини-бассейн. Он все такой замутить будет. Джакузи. Даже у пираньи есть джакузи. О, роза. То, что нужно. Погодите, а где моя роза? Роза джунглей. Роза джунглей. Роза джунглей. Чё? Я чё пытаюсь выискать в инвентаре розу джунглей. А я вроде собрал, а вот что-то ее нету. Ну и что он тебе даст? Да и я травяной меч хочу сварганить уже наконец. Что-то здесь как-то вообще дикое количество вражин. Давай уходим отсюда, твою налево. Опа, ты зомби прыгать не мешает. Опа. Все, давай, Кэп. Почему он за деревья не за это? Не зацепляется, что за... Тут какая-то амазонка здесь должны быть. Ой-ой-ой. Фильмы ужас. А, не понял, пираньи на... О-о-о, я этого не заметил. Так я его завалил. Ты видел, как пираньи на сушу... По-моему, жестче, чем под водой, в смысле, под землей. Да уж, тут еще и зомби. Жесть какая-то. Подождать, блин. И мыши летучие здоровые, и... И кнопка H, и, блин, Что-то я откормил их тут, смотрю, всех. Что там в бачке-то, Светящиеся палки, три поушена и зелье брони. Ой. Тут так было любопытно мне, что я свалился. Пойдем вниз? Там пещерка вроде длинная. Ну, давай все-таки пройдем насквозь этих джунглей. Я хочу все-таки посмотреть, что там в конце. Дойдем до конца мира в этой серии тогда. Это... Эта дрянь не сваливается? Да вроде как не хочет. Друг за друга она вроде держится. Ой-ой-ой! О-о-о! Вот когда ты начинаешь копать, сразу все улетит к чертям. Есть только одно решение. Динамит! Да. О, блин. Что за... Копай три блока в высоту. Ты, видимо, задеваешь еще какие-то. Поэтому все рушится. Черт. Вот это вот точно был я. Да, это точно твои проделки. Порча, порча. Я промолчу, это сегодня будем пип запикивать. Слово. Или словосочетание даже. Бибарана. Смотри, сколько здесь живности. Я пошел за звездами. Золотые рыбки, я с вами сделаю аквариум. Золотые зубастые рыбки. Блин, тут столько помещений. Офигеть, тут джунгли какие они большие. Надо бы... Тут по-любому есть сундук. Разведать. Да. Давай наверх. Ну, тут ничего нету такого. Да, ну тут проход в подземелье. Но тут вот, мышь... Вот, тоже не первый. Отвали! Пристало ко мне. Представь, кто-то к моему мужику. В зоофилии еще обвинят потом. Так. Смотри, ладно, тут не упади, не разгонись. Зеленый рассвет, что-то новенькое. Вау. Ой. Теперь еще и слизни. Жесткое место. Допрыгнул, не допрыгнул. Черт, чертовы мыши, чертовы мыши, чертовы слизни, чертовы мыши, чертовы слизни. Нужно выбираться. За. Я вас убью всех нафиг! Выпустите меня! Просто крик отчаяния, блин. Не, ну на самом деле я их убью всех нафиг, но... Они меня просто задолбали, не дают мне выпрыгнуть из этой ямы. Суровый. Ой, что-то чувствую... Лишнее за мной плетется вон там. В красной команде. Абуза. Так. Что я делаю? Вау! Эта штука точно она как-то выстреливает или что там она делает? Какая? Вот это вот. Щупальца. Щупальца ничего не делает, это она на максимальном растяжении, так что когда она вот так, можешь подходить и мочить ее. Блин, какие они большие! Ага, ну как два Индиана Джонса все равно что. Да. Надо какую-нибудь, не знаю, там новую часть придумать Индиана Джонса там.
О. Опа. Оружейник. Армейщик. О, мы дошли. До чего? До того, что я подавился к черту. Мне надо кофейком залиться. О, хорошо. Куда ты прыгнул? Куда я прыгнул? Оп. Мы спаслись, мы не спаслись. Как отсюда выбираться? Прикрой меня. Прикрой меня. Спасибо, ты что там выкидываешь? Какие-то... А я все подбираю. Кошмар, что-то у меня с горлом не то. Что-то щекочет меня в горле, я не знаю, чужого проглотил, что ли. Чужого? Да. Че, полезет. Из фантастики или чего-то чужого? Нет, из фантастики чужого. А как ты еще кого-то чужого себе представляешь? Ну, в смысле... Не своего, украл, спер еду и проглотил ее, и все. Ну, можно, ну да. Блин. Буду играть одной рукой. Мы выбрались. Да, даже музыка как-то стала поприятней. Деревья великаны. Дружелюбней. Оп. 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 Блин. С ровная местность. Оп. Ох ты, грибочки. Грибочки, все. Буду у нас кухаркой зелень наварил. Кухаркой. Так, давай, давай. Подтягивайся. Да-да-да. Морпех. Блин, тут опять пещерка. С такими привлекательными... Оп! Слизнями? Не, это ковшинчиками. Тут проблемка, я искажение опять нашел. Че, пойдем через искажение? А ты как думал, подкапывать под него, что ли? Кстати, да, я ж так предлагал. Взять кучу динамита и подкопать к чертовой бабушке. Быстрее пройти, они небольшие. Кучу динамита, на что ты купишь кучу динамита? Ну, не знаю, на кучу чего-нибудь. Тут тебе не Майнкрафт сгенерировать не удастся. За счет ловушек всяких. Так, за мной червя гонится. Тогда быстрее. Самое забавное, что все эти глазики за тобой до сих пор. Ну да, сидят. Я вижу, они меня это преследуют. Наркоманы чертовы. Червяк такие, блин. Вспышки у червяка делают. Даже ног, рук нету, а ты от него убежать не можешь. Он, блин, зубами в меня хочет питься. Ай. Рывок веры. Вау. На колючке прям задницей. Ай-яй-яй! Ни хрена ты орать! Да он меня скинул в пещеру, блин! Ну у меня тут 8 глаз, я не ору! Так они тебя не тащат за собой в нору. У тебя кошка есть. Вот-вот. Ай-яй-яй! А, где кнопка Shift? Я спрятался. Опа. Мне этот глазик дал пинка. Я подпрыгнул. Я спрятался. Так, надо отсюда выбираться. Да меня самого скинули в какую-то клаку. Так, наберу сейчас гранат. Где кнопка H? Господи, я не вижу, я слепой. Юпсель, мопсель. О, ты как раз вовремя сдох, блин. Что, тоже сейчас умрешь, или что? Тебе идти до сюда нет смысла, я так думаю. Это был челлендж дикий просто с этими джунглями. Так, сейчас беспонтово мы прошлись на другую сторону. Ну, сейчас я зелий всяких навалю. Тогда иди вправо и ищи там метеорит, да, упавший. Ладно. Я так думаю, что здесь я уже добрался. Теперь червяк ко мне пристает. Как гаденыши. Да что ж вы такие нелюди-то? Дайте мне пройти уже, как за девушкой единственной на районе пристают. Я не знаю, что ко мне под доспех заглядываете.
Опа! Вообще. Я бы сказал, прыгаю как Хусейн Болт, если Хусейн Болт был бы прыгуном, а не бегуном. Но прыгунов я не знаю! Черт! Раз, два, три, четыре, семь, восемь глаз и червяк. Кажется, не тебе явно что-то хотят сделать. Что-то мне кажется, что я как-то в проигрышном положении, и нужно как-то попытаться договориться. А-а-а, водичка. Наглые заразы пристали, я прошел. У нас всякие дрени в этих сундуках. Фух, я дошел до конца мира. И? Тут водичка. И все? Ну, можно сказать и так. Ой, как, с какого они периода вообще жизни стали под воду-то запрыгивать? Тут, тут медузы. Проблема с кислородом. Да, фигня. Да уж, не впервой. И моя задача... О, крабик! Неужели? Первый раз увидишь, что ли? Не знаю, я не помню. Крабодер. Ну... Акула! 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 Это акула точно первый раз вижу. Она хочет от меня что-то. Видимо, ногу или что-нибудь еще. Что-нибудь повкуснее, посочнее. Да, у нее 300 жизней, ёбкарный. В мини-босс все равно что. Да. Из нее падают акули плавники. Так. Ладно, я сейчас что-нибудь освобожу. Что-то интересное нашел. Акулий плавник. Еще одну акулу нашел. Ай! 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 Что за хрень? Еще акулий плавник. Вот. Два акульних плавника я достал. Тут куча растений каких-то экзотических. Я сейчас задохнусь. Кстати, так и не разобрался, почему у нас дурацкие грибы не растут. А, нет. Нет. Наверное, нужна я вода. Хожу, поливаю. Ты их не поливаешь, не ври, я сейчас сдохну. Не, ну когда нужду надо где-то справлять. Тогда вспоминаю о них. А, ну, под твою нужду это ничего не вырастет. От... У меня же души. Черт, практически непроходимый стал. Какой-то мунглоу я нашел. А, ну это ж этот. Это ж этот, тот самый, ты что? А, тот такой, который знакомый, да? Ну да, тот самый мунглоу. А, ну это понятно. Так бы сразу и сказал. Да. Буду говорить, тот самый. Всегда. Мне нужно найти сундук. Мне нужно найти сундук. О, черт, я зря как-то так порвался, что... Порвался? Да, я порвался. Сейчас... Кстати, ты не знаешь, гель у нас лежит где-нибудь? Гель? Гель. Думаю, в сундуках где-нибудь есть. Нет, нет, в сундуках пойдет, добуду. Ну, я придумал тактику. А зачем я придумал тактику? Черт, я все... Удивить меня? Одним только словом, тактика. Я набираю кораллы. Черт, тут так темно, я не знаю. Тут... Даже каска не помогает. Это под водой вообще охренеешь. Нет, ну тут три медузы до меня что-то докапываются. Хотят длительных отношений. Продолжительных. Краб меня хочет укусить за одно место.
Может быть, даже не заодно. Так, смотри, главное, что хотя бы укусить, а не это. А не откусить. Тут такое громадное пространство, я как в одиночной игре как-то оно маленькое было. Вот, я добрался до конца. Взрослел. Чё там, нашел что-нибудь, что в конце? Я походу сейчас смерть свою найду только. Быстрее. Отлично. Воздуха не хватает. Да. Ты в 10 000 футов от меня. Немножко есть. Немножко. Чё-то такое я слышал. И все, зачем я перся, это 22 серебряные монеты. Трубочка для дыхания под водой, которая, ну, кое-как сдерживает кислород, но не помогает до конца. 32 стрелы обычных. 8 железных блоков. Точнее, слитков. Ну, явно стоило того. Да, и теперь можешь воспользоваться телепорт. И пошли в другую сторону. Так. Ну да.